Немало денег потратят жители региона на поездках в новогоднюю ночь. Ведь многие на протяжении всего праздника ездят по родственникам и друзьям. За руль собственных авто хотят садиться единицы. Есть еще один вариант – общественный транспорт. График его работы в выходные дни разработали в областном центре. На некоторых частных автобусах в Иркутске можно будет прокатиться до часу ночи. Сейчас с перевозчиками есть предварительная договоренность. Правда, маршруты, по которым им предстоит курсировать, неизвестны, поэтому особо рассчитывать на общественный транспорт новогоднюю ночь все-таки не стоит. Большинство муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов будет ходить по стандартному расписанию будних дней. 31 числа на линию выйдут свыше 200 единиц транспорта. 1 января трамваи и троллейбусы начнут курсировать с 8 часов утра, автобусы выйдут на линию с 9. Со 2 по 8 января общественный транспорт будет начинать работу с 7 утра.